Здравствуйте, мои дорогие. Будем смотреть, что стучится в вашу дверь, да, что вот-вот может войти, если вы пустите. То есть то, что стоит на пороге. Давайте посмотрим, может, там люди какие-то, кто или что находится на вашем пороге. Что это? Итак, кто-то заказывал какого-то состоятельного мужчину. Ну что ж, либо это состоятельный мужчина, либо это ваш супруг с какими-то новыми предложениями. Опа! А что это мы тут? Двоих мужчин на пороге увидели одновременно. Кстати, ну-ка, стоп. Это кто такой? Тут, девочки, либо двое мужчин будет, и один из них придет после какого-то расставания. В блоке был, далеко где-то вы его отправили уже в архивы своего сознания, и давно, может быть, даже и забыли о нем, потому что тут какая-то зависшая ситуация. Либо здесь какая-то новая энергия появляется у вашего любимого человека, либо мужчины, который вам как... Вот, например, если это не любовная тема, да, то на вашем пороге вот событие, связанное с мужчиной, который, скорее всего, там, например, ваш работодатель, да, либо человек, который вам как, ну, как-то связан в вашем пространстве со сферой, например, финансов, да, либо материальным каким-то достатком, вот, со своим новым шагом, абсолютно новый шаг у этого человека будет. И новая энергия, да, то есть он идет вам, к вам с какой-то новой энергией. Эта энергия такого, знаете, роста, энергия страсти, энергия каких-то свершений, энергия желания. Возможно, он, кстати, был, да, вот как некоторое время, как далеко от вас, да, какая-то такая ситуация была, когда вы не могли общаться долгое время, когда мужчина находился в состоянии обездвиженного, да, в состоянии даже больше как независящие факторы от него, которые не могли к вам привести. Но вот он как раз будет делать этот новый шаг. Давайте же смотреть. Тут прям двоих мужчин показали. Может, тут действительно будет двое мужчин? Давайте посмотрим ваши состояние. Выходит у нас карта справедливости. Итак, вы открываете дверь, а там не один мужчина, девочки, там их двое. Двое мужчин. Вот это да. Вам придется действительно принимать очень серьезное решение в своей жизни. Вы даже захотите на некоторое время взять такую временную какую-то отсрочку в принятии этого решения, да, защитить себя от этого. Далее, на вашем пороге, да, то есть вот скоро проявление мужчины, который вот захочет вас защитить и защитить, то есть для него это будет как защита вас, да, возможно, даже повышение статуса, да, то есть это как предложение какое-то, предложение руки и сердца, например, либо еще какие-то моменты, когда вы будете вы становитесь защищенной. Вот по его мнению, это как защита идет. И вам необходимо будет принимать очень серьезное решение. По тем картам, которые еще выходят на дне колоды, это все-таки решение продвигает вас. То есть от вашего решения зависит то, как вы будете дальше продвигаться по жизни, да, по этим отношениям уже с человеком. Ну-ка, давайте рассмотрим еще эту ситуацию. Вот то, о которой говорят. Возможно, вы
были в состоянии таком более критическом, да, то есть были либо качели в отношениях, либо, например, мужчина то мог уделять во время, то не мог, либо наоборот вы, да, то есть тут такая ситуация, когда двое людей, они и любят друг друга, но не получалось, например, встретиться, то судьба вмешивается в эти отношения, вмешивается в вашу жизнь и начинает творить свои, ну, какие-то закономерности, да, то есть начинает привносить то, что судьбой как предназначено. В любом случае от вас уже мало что зависит, судьба вмешивается, и идут очень серьезные изменения. Смотрите, что у нас дно колоды еще показывает, а вы как это сами, в принципе, и предрекали себе, потому что здесь у меня вообще выходит верховная жрица, которая может быть... тоже работает, да, либо с картами Таро, либо просто смотрите расклады, и вы вот чувствуете, да, эту энергетику, и как понимаете, что мужчина идет с серьезными намерениями. Ага, смотрите, вот она была единственная карта, наверное, которая перевернутая. То есть вы, как мечевая королева, переворачиваетесь. Что это значит? Заканчивается ваш путь женщины сильной, с духом, у которой жизнь всегда кричала вдогонку: «Держись, дорогая!» Вот это слово «держись» — это вы, наверное, уже просто зазубрили на память, что вам необходимо в каждой ситуации поднапрячься и что-то делать. Такое, что и мужчина даже может не сделать, да, но вы-то могли это сделать. А сейчас судьба меняет все в вашей жизни. И дьявол перевернутый. Ну вот я переверну его назад, хотя, вы знаете как? Почему нет? Здесь эта ситуация говорит о том, что у вас будет все-таки выбор между двумя мужчинами, дорогие мои девочки. И если вы примете... Тут вот именно треугольник идет из двух мужчин и вас. Пожалуйста, определитесь, кто из мужчин ваш по жизни, потому что здесь вмешивается дьявол. Но я так вижу, что вы этого дьявола наклоняете буквально, да? То есть этот дьявол не сможет вам причинить неприятностей. Потому что вы справляетесь с этим дьяволом. Он не причиняет неприятностей, да, как оказалось. Он предупредительно посылает сигналы такие, да, что ты можешь оступиться, но я готов тебя принять. Да, это дьявол так говорит, когда ты делаешь какой-то шаг, да, все-таки есть такие, часто происходят, вот складываются так события, да, когда кажется, что как проверка какая-то. Ну а что, не без этого? Это этап твоего нового рождения и скоростного движения в сторону любви. Но этот дьявол, он не дремлет и подсовывает вот такие вот проверки по типу проблемных каких-то ситуаций. Вот. И, возможно, действительно, да, появляясь, мужчина второй заявляет на вас какие-то права. Кто из них, кстати, еще тот, с которым вы не определились, это еще интересно. Ваше решение, как вы будете это решать? Вы выбираете любовь. Все. Вы выбираете любовь там, где вы пара, там, где вы можете вместе идти по жизни, трансформироваться, да, идти не просто за ручку в любовном, такой неге в любовной, но и менять свою жизнь с этим человеком. То есть это человек, который вас поменяет. Он будет делать для вас какие-то жесты. То есть вы выбираете любовь. Начало. Любовь, стабильность и счастье. Девочки, я бы хотела вот эту ситуацию, да, посмотреть, то, что первое на пороге у вас, закончить, да, потому что вы решите этот вопрос с двумя мужчинами, либо с какой-то очень сложной ситуацией, вы решите для себя в плюс. Причем в такой плюс по карте Солнца, когда вы как ребенок радуетесь всему происходящему, когда вы защищены, когда у вас тепло на душе, вы буквально можете в этот момент просто исполнять свои мечты и желания. Либо мужчина будет исполнять мечты и желания ваши, тот, которого вы по-истинному любите. Вот так.
Я думаю, здесь все. И даже совет здесь был услышан. Я думаю, здесь все. Давайте дальше смотреть. Ну что, еще кто там на пороге? Кто там на пороге? Все, этих мы посмотрели. Еще, что за события у вас на пороге? Что за события, о которых вам хотят рассказать? Сейчас я хочу выложить сначала карты, а потом вот так перевернуть. Так, здесь говорят, не так, как что-то приходит в вашу жизнь, либо кто-то, да, а скорее о ситуации, либо состоянии, когда вы будете отдыхать, когда вы чувствовать будете себя спокойно и не двигаться вперед, да, то есть не двигаться, ну как сказать, не двигаться вперед, скорее всего, как будто бы что-то ожидать, вы просто будете в ожидании, и здесь по вот этой карте силы вы как будто бы ожидание, ну, ожидание перед какой-то очень такой энергетически насыщенной ситуацией, энергетически насыщенным событием, и это как телесное, да, вот что-то, это может быть... Да все что угодно, да, по карте силы это может быть от какой-то сексуальной страсти, да, от какого-то сексуального такого события, да, интимного, например, там любимый приезжает у вас, какое-то время вы можете провести вместе и так далее. Либо любое событие, которое энергетически очень мощное, наполненное, когда вы вот эту силу приобретаете. Мне вот почему-то и хотелось выложить именно 4 карты, да, потому что здесь, посмотрите, все карты такой стагнации, ожидания какого-то, скучания, между прочим. То есть вы будете в состоянии, когда вот чего-то ждете, и это ждете произойдет. Очень долго, кстати, будете ждать, но это произойдет. Да, это что-то такое, может быть, любовная сфера, может быть, ваш любимый где-то далеко. Король Пентаклей, который был в начале расклада, да, приезжает, либо встречается, либо каким-то образом вы коммуницируете на таких энергетических, буквально подрывных таких волнах, да, со своей Верховной Жрицей. Пока вы заблокированы друг от друга, может быть расстояние, и не можете... Что-то платоническое здесь я чувствую. И он вам, вот он именно вам помогает. Либо что-то даст, либо что-то... Как-то он будет вкладываться в отношения, девочки. Пока он вас не видит, он будет вкладываться в отношения. Тут интересная такая ситуация. Если в вашем пространстве такого человека нет, опять же, для тех, кто будет писать, сколько мне там 100 лет, а вы мне говорите там рождение ребенка, либо мне там столько-то лет, но как я могу встретить такого прям классного человека? Но если вы не можете, то тогда не можете. Вот. Я четко знаю, что если вы верите, то это всегда будет. Даже не просто какое-то... Тупая вера, да, просто прослушать вот этот расклад и понимать, что Вселенная готова давать столько, сколько ты можешь принять, а не столько, а сколько ты не можешь принять, и когда все отсекаешь, когда говоришь, что все плохо, то, в принципе, Вселенная понимает, что тебе оно так нормально и не будет ничего давать. Но я уверена, что у меня девушки и женщины, которые, и мужчины, кстати, благодарю вас за то, что вы здесь. Они такие, которые понимают, что чем больше они ладошкой раскрывают, а может быть и ручки раскрывают, и говорят, Вселенная, я готова принять то, что ты даешь, и всему буду рада, без боязни какой-то, то Вселенная и дает. И вот так и говорится, вы выходите на этот путь любви с очень сильным человеком. Может, еще нет в вашем пространстве такого классного красавца, который вкладывается в отношения, причем, может быть, даже... материально как-то. Вот, и вы не видите его вообще в вашем пространстве. Может быть такое. То он будет. Только что для этого надо делать, да? Ну, по крайней мере, точно, точно не говорит, что этого нет. Что надо делать? Показать Вселенной, что ты умеешь сохранять то, что она дает. Что ты сохранишь то, что она даст.
Она тебе дает, сохрани это. Вот он, любимый. А вот он, человек, который тебе дарит то счастье. А вот она, ты, холодная и неприступная. Это будущее с человеком. Ну что ж, началось все интересно. Вот, но как мы раскрутили, посмотрите, какие арканы. Это все как задел на будущее. Вот это твое ожидание, да, оно, кстати, ко всем девушкам относится. Либо ты знаешь человека и скучаешь за ним, либо ты просто вот в этом состоянии, когда какая-то стагнация в жизни, будто бы, ну, будто бы предвкушение, как будто бы ты что-то ждешь. И вот это что-то ждешь, оно происходит. Как в предвкушении жить, да, не просто в тупом ожидании чего-то хорошего, придет оно или не придет. Нет, ты предвкушаешь, оно будет. Это предвкушение дает тебе результат. Огромную силу. Вселенная дарит тебе подарки. Хорошо, отлично, прекрасно. Следующее. Еще одно посмотрим, девочки. Я думаю, да. Ой, полетели карты. Что-то хотят сказать нам. Что еще на пороге? Итак, на пороге у нас был отдых какой-то, да? Прежде мужчина, потом мужчина. Трудный путь, девочки. Какая-то сложная дорога. Но я вижу, что она не вот-вот сейчас. Хотя у всех по-разному, наверное, да? Тут отдаленность может быть либо от 10 дней. Вот где-то я так вижу, да? То есть неделя и больше до... Возможно, пары месяцев. Возможно, пары месяцев. Какая-то дорога сложная. Может быть, и физическая какая-то дорога реально, да? То есть ты собираешь чемоданы, куда-то едешь, что-то надо делать, но она вот какая-то сложная такая. Либо это какой-то вот сложный путь твой показываю. Давай посмотрим, что же это на пороге. На пороге, что это? Да, это да, конечно, это перемена. Вот это вот интересно. Я только знала, что что-то тут такое выйдет. Тут реально у кого-то может быть конкретно путь, дорога, путешествие. Причем даже в другую страну. Полная смена места, дислокации. А опять же, это не говорят, что тебе будет трудно ехать. Хотя, может быть, и об этом. Тут трудно само по себе, как вот эта дорога включена в твой жизненный путь. Сам по себе какой-то период такой будет, когда тебе, возможно, будет трудно что-то принимать, решения какие-то, да, трудно что-то делать. Но, опять же, ничего такого непосильного Бог не дает. И тебе говорят, что чем легче ты к этому относишься, чем легче ты с собой берешь груза прошлого, тем проще будет твой путь, твоя дорога. Как это включая и чемоданы, это включая и просто внутреннее состояние, когда ты прошлое просто начинаешь благодарить, что оно было, да, и отпускать. Вот тогда судьба говорит: слушай, ты какая-то как-то легкая такая классная, давай-ка я тебя все-таки быстрее выброшу в тот слой реальности, где ты видишь сказку. А так и будет. Если брать еще человеческим языком, тут идет помощь от человека какая-то, да, давайте посмотрим. Либо это тебе нужно будет как-то вложиться. Тут что-то глобальное идет. Тебе надо вложиться, знаешь как? Тут вот этот пажик, он постоянно изучает информацию какую-то, что-то ищет. Вот тебе больше, по сути, ничего не нужно. Стабильно учись, чему-то учись. Кто-то изучает, может быть, язык, кто-то, может быть, еще какие-то вот такие ищет пути реализации в плане умственном. Потому что здесь семерка мечей говорит о том, что тут какая-то сложность в общении может быть. Ого, до каких ситуаций может доходить. Но смотри, тебе карта победителя говорит, дорогу осилит идущий. Вот ты эту дорогу осилишь. Эту дорогу ты осилишь. Просто запомни эту фразу.
Эту фразу мне когда-то сказал, ну, естественно, это очень распространенная у психологии фраза, но, по крайней мере, она так реально заряжает. Я делаю свое дело, да, и делаю как можешь, как знаешь, как нужно, и будь что будет. Вот ты точно так же и ты. Наступила одной ножечкой уже, потом вторую. Всего лишь нужно просто переступать ногами для того, чтобы идти. Второй шаг, третий шаг, и пошла. Дорогу осилит идущий. Некая система тут должна быть для того, чтобы вот эту дорогу осилить. А система в шагах, в каких-то конкретных маленьких шагах. И ты это сделаешь. Ты будешь пожинать плоды своего успеха. Мужчина рядом, пожалуйста, император. Он поймет, что вы даете друг другу силу. И тут появляется, посмотри. Кстати, он уже не как король появляется, но некий человек, который может дать тебе эту силу. И ты можешь дать ему эту силу. Кто он в твоей жизни? Мужчина – один из главных персонажей в твоей жизни, да? То есть вот именно император, у которого есть четкий логический план действия на свою жизнь и плюс еще на жизни тех людей, которые ему подпорядковываются, да, подчиняются, ну как бы так я не хотела сказать, но которые вот прилегают, да, к нему людей. Он берет на себя большую ответственность. Он управляет, кто-то даже управляет миром, да. Может, у вас такой мужчина? Тут что-то приносится в жертву. Ну, что-то очень такое, как будто бы важное что-то приносится в жертву. Я бы хотела, чтобы нам объяснили. А на пороге всего лишь путь, да? И уже столько всего рассказали. Что это такое? Объясните нам, пожалуйста. Ну, всегда в трансформации что-то теряется. Ведь правда? Что-то старое отмирает, новое появляется. А появляется новая семья. Новое будущее, абсолютно другое, чем было. То, чем жертвуете, оно... Знаете, чем вы жертвуете? Ну, смотрите, если вы замуж выходите, то вы жертвуете всеми остальными мужчинами, которые могли претендовать на вашу руку и сердце, на ваше тело и так далее. Вот. Вот этим вы жертвуете. А их столько, я вижу, девочки. Боже, сколько мужчин. Вот вы этим всем жертвуете, получается, ради одного императора. Вы готовы к такой жертве? Слушайте, а дьявол тут как тут. Блин, он прям вот прям из-под кровати вот так выползает и говорит: «Привет». Тут просто вот другие мужчины рядышком, которые могут выходить на связь с вами, да, как-то просить встречи. Но есть еще более серьезный человек, который может вам большее дать. Вот такая ситуация закрутится после какой-то дороги. После какой-то дороги, да, здесь была у нас дорога. Хорошо, вот что мы раскрыли. Я думаю, тут всем понятно, что тут делать с этим дьяволом, который пытается проникнуть в ваше пространство. Да, сложный путь. Но этот путь ведет к успеху. Не блокируйте себя. Все будет. Мои дорогие, спасибо вам за то, что вы были со мной здесь на этом раскладе. Благодарю вас. Безмерно благодарю за то, что вы есть, за то, что вы так круто развиваетесь и растете здесь на этих каналах. Я вместе с вами. Я счастлива, что вы у меня есть и что такими темпами идет развитие. Я благодарю вас за все, за лайки, за комментарии, за финансовую поддержку. Пускай вам Вселенная в разы больше отдает подарками за то, что вы вкладываете. Я безмерно счастлива, что возле меня вот такие люди, как вы. Благодарю. Буду говорить еще в конце видео. Не для всех информация, скорее всего, но то, что часть средств от вложенных денег вами сюда я даю на нужды украинской армии. Очень хочу, верю и знаю об этом, да, что очень скоро будет разрешен этот ужасный вопрос и скорее придет победа. А все плохое уйдет с нашей земли туда, где... Откуда пришло. Буду с вами прощаться, мои дорогие. Всего доброго. Пока-пока.